Итак, всем трем, дорогие подписчики, а также гости канала Animal Shelters 2. Когда-то, ну, как вы понимаете, была первая часть, я снял, соответственно, показал. Но давайте посмотрим, что же из себя представляет вторая часть. Ну, как правило, разработчики ничего нового не вносят. Ну так, немножко графику поправляют и цифру туда приписывают и, соответственно, продают вторую. Второй, третий, четвертый, пятый и так далее раз. Ну, посмотрим, что здесь будет. Ну, добро пожаловать в Animal Shelters 2. Игра, опять же, я вот сейчас играю, это закрытый плейтест. Но мне, соответственно, дали. Убираем, соответственно, мусор отсюда. Снимаем. Немножечко, да, немножечко все-таки фризит. Да. Хотя мне, о, какие настройки-то. Все равно фризит, да. При движении начинается немножко так мутная какая-то хрень. Так. И вот это, да, нам надо убрать. Очищаем, да? Но это было и в первой части, насколько я помню. Тоже было то, что нам какое-то заброшенное здание давали, и нам нужно было расчистить. Потом опять же мы мали собак, кошек, ну, бездомных, да, и потом давали. А давали, знаете, практически вот любой посетитель, какой бы ни приходил, он всегда забирал животное с собой. Не было вообще проблем. Хотя очень странно, да, но бывает, что люди приходят, да, посмотрят, выходят и говорят, мы подумаем и не возвращаются. Но не в данном случае. Слушайте, много, очень много уборки. Зачем вот покупать такую... такое помещение, где нужно, блин, потратить первотучу. А, это... Ой. Слушайте, я сначала подумал, что здесь в ящики превращаются эти коробки. Тут, например, не превратилось. Ну, быстро довольно-таки убирается. Такое, о, видите, исчезло все. А, ну это демо. Ну, потому что да, да, как демка. И тут же сразу ремонт, да, проводится. Слушайте, хорошо, что нам разработчики, да, сразу отремонтированы, а не надо вот, как у некоторых играх, да, красить там. Так, гараж нужно. Тогда сказали бы убери мусор, покрасить это и так далее, но так чего ну да, текстурки, конечно, у машинки забавные. Так,
А, ну тут всякие, да, будут. Ну, слушайте, добавили всякие всячины. Ну, во-первых, карту добавили. Теперь в разных районах можно будет строить. Но по мне, если честно, ну, такое себе. Блин, а чё ж это с тобой сделать-то надо? Давайте везде, короче, пройдемся. Не совсем понимаю, но... Я, знаете, действую по методу того, что убирая все, рано или поздно это все засчитается. О. Видите, я же говорю, все равно засчитается все это. Отлично. Ну, да, видите, вот. Сразу же ремонтик произвели. Все поставилось на место. И вроде как работает, да? Отлично. Ну, пойдемте тогда. Пойдемте, значит. А, еще здесь не был. Там. Ну, то есть, вы понимаете, да, сколько здесь будет комнат, сколько будет всяких. Так, уберитесь. А, вот, понятно, блин. Вот, да, не заметил. Так, открыть. Open the package. Блин. Уникально. Да, вот тут мне надо понять. Это окно. Так, сейчас разберемся. Открыть какие-то окна ворот. Вопрос какие? Как их открывать? Наоборот. А. Но это мне так открыть окна ворот. Это у меня ворота. А, в общем, ворота. У меня Google так пришел. Окна ворот. Но если честно, я не совсем понял. И как мне это сделать? Так. Разберусь. Ага, слушайте, оказывается, вот как. Я вот так вот открыл. Если вы помните, был вот такой менеджер. У меня вот и апгрейд. Либо cat, либо dog. Но я сделал dog.
У гаража нету апгрейда, и странно, что он мне предлагает. Угу. В общем, здесь демки, да? Это в полной версии. А мы апгрейживать будем. Правда, я не совсем понимаю, как из этого происходит. А, когда что апгрейд ток. А, во. А. Да, двери такие вот. Так, так, open map. Так, нам нужно вот сюда уйти. Соответственно, вот этого забрать. Вот, у нас машина уехала. Вот такая вот резвая. Чуть нас не сбила. Она должна будет приехать, привезти. Соответственно, с этого района, да? Я так понимаю, да, вот. Вот она сейчас едет, забирает оттуда пациента или как он. Либо это мы по районам даже будем ездить, да? Но я как-то в трейлере смотрел, что вроде как можно потом еще что-то, ну, открыть такую же. Клинику. Но в целом-то я говорю, вот такая. От первой, да, не, ну, не сильно, но отличается. Ну, давайте вот этой. Можно вот так вот сделать, да, и... А, это... То есть нам не дают по это бегать, да? Давайте. Там тоже. Двери. Вот куда их? Зачем эти двери, непонятно. Ну, точнее, как хорошо, я еще не совсем понял, для чего. Открываем. Вот такой у нас песик. И мы его, соответственно, вот. Сюда. Там. Стоит. Мы его погладить, чтобы у него настроение. Но это тоже было в первой части. Собрать его. Точнее, поднять. Кью. Опен. Мы смотрим опять же, что он хочет, да? Но он хочет покушать. И, значит, закрываем. Купаем еды. Давайте что-то. И его на заднем дворе забираем. Вот это вот. А, это он здесь гуляет. Слушайте, а прикольненько. Да, в прошлый раз там, чтобы его выводить, нужно было самому бегать. А здесь, видите, у него вольерчик такой, где он может погулять. Так, купить еду. О, это мясо. А, вот. Это...
И открыть какой-то бокс. А где он бокс? Ящик. Ящик. А, вот они. Открыли. Это, кстати говоря, я не помню, где это так. Там. Почему-то странно, не исчезает, да? Вот. Ну вот все не исчезает. Блин. Опять куча мусора. Итак, идем ему отдаем. Ставим мисочку. Ой. Так вот, да. Сюда корма ему. Ну, сухого пока. Здесь у него будет сухой. А, это лежанка его. Стой, 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 стой. Стой, поросенок. Куда побежал? Да подожди ты. Какой он шустрый, а? А чё ты не кушаешь? Так. Так вот. Вот, ему надо попить. Так, давайте посмотрим. Да, он сейчас попьет. Соответственно, ему надо поесть. А, это я поводок купил. Ты что, я поводок что ли купил? А, это я Блин, а зачем я сука? А очень похоже было на мясо. Ладно. Пошли. Зверюка. Видите, а теперь не может. Может найти, да? Как? Пошли. Так, очень много я что-то этого купил. Молодец. Так, только двери надо закрыть, а то он убежит, а мне потом еще и бегать за ним. Так, а я там закрыл дверь? Ну, естественно, нет. Могу я тебя забрать? Почему я не могу отсюда забрать его? Ой. Извини, извини, шарик. Шарик. Он покушал. А, и мы должны пойти поспать, да? Нам пишут, что идите спать. Блин, прекращай кидаться. Нету ящика. Я бы вот в ящик в какой-нибудь убрал, но его нету, кстати. Подсвечивается стол, но я не могу на нем ничего не сделать. Где я должен брать?
Где-то мусорка должна быть. А, и вот так это называется поспать, да? То есть ты выходишь, типа, туда и... Ладно. Так, ну что, пойдемте проведаем нашего черноногого друга. А что ты там сидишь, кстати? О, привет! Привет, привет! Водичку нальем ему. Иди сюда. Слушайте, вот это баг. Потому что он, походу, оттуда не может вырваться. Он туда в дырку не может зайти. Привет! Здорово! А, так ты еще недовольный? Давай я тебя, мордочка. Морда. Ох ты ж морда. Пятачок. А. Будешь у меня шариком. Все, довольны? Довольны. Пошли. Иди кушай. Блин, опять куда-то. Пошли. Иди сюда. Блин, ну ты задолбал выбегать уже. Ладно, пошли сюда. А, может быть, он поиграть хочет, да? Ну, поиграть. Вот, мячик купаем. А, это не мясо, это ошейники. Блин, вот я 5 штук их накупил, да? Его, в принципе-то, одного хватит. Да не крутись ты, подожди. Блин, ну ты заведенный. Ладно, стой здесь. А как? Блин, а как мне удалить эти ящики? Ну, просто уже задолбали. Иду, иду, иду. Давай играться. О. Блин, да что это? Кто-то дышит. Песик, это ты так дышишь? Вы слышали, да, такой этот звук? Ладно. Open table. Открыли. Камера. И, соответственно, его чпок щелкаем. Отлично. Ну и находим ему, соответственно, кого-то, да, для... Добавляем фото и отправляем на поиски его... О. Все, да, вроде как... Вроде его забирают уже.
А, все-таки компьютер не это. Стоп! Какого хрена ты пошел? Пошли. Вот что значит нет. Дверь-то не закрыли, да? Иди сюда. Иди сюда. Шарик. Фу, блин. Ну, слушайте, вот в первой части, по крайней мере, было. Анимация была немножко получше. Ну и не так тупил. Хотя, может быть, это из-за демка, да, что из-за демкой, поэтому. Поэтому вот так вот. Визит 1043 он, да? Десять сорок три, а у нас вот он, кстати. Привет. И мне нужно его отдать, да? Мне его надо отдать. Пошли. Ну, такая неприхватливая игрушка. Давай, 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 пошли. Видите, он. Давай, давай, иди сюда. О, смотри, какой песик. Все, забрали? О, забрали его. Да, ему нравится. Отлично. Во, слушайте. Вот такая игрушка. Ну, не сказать, что прям супер-пупер, но отличается. Есть некие отличия от первой части. Да, здесь уже больше. Опять же, вот эти выходы, вольеры. То есть не нужно постоянно его, потому что я помню, что когда там в первой части там был вольер, ну, по-моему, под открытым, ну, тогда же не вольер. Да, открытый вольер. А, там стояли буточки, они там что-то бегали. Ну, а также с ними приходилось играть, также их придется лечить, также придется мыть, намывать, в общем, да, такой хороший, потому что они это бездомные, соответственно, вести в божеский вид, проверить на листы, анализы всякие, да, и, соответственно, если он был больной, то надо вылечить, если здоровый, то, соответственно, найти для него хозяина, но, как правило, хозяев искать очень просто. Я говорю, что здесь нету проблемы, например, когда у вас есть животное, да, и кто-то вот обязательно кто-то откликается и постоянно забирает. Вот. Да, там есть параметры некоторые. Я вот насколько помню, это нравится, да, кому-то нравятся спокойные, кому-то послушные, да, и кому-то наоборот, буйные нравятся. Но, как правило, там шкала есть, да, и она больше всегда 50. Ну, то есть, более-менее, человеку всегда любое абсолютно животное подходит, и он постоянно его забирает. Единственное, это влияет на рейтинг, да. То есть, чем совместимы, соответственно, животное с своим хозяином, тем больше там вам дается очков, рейтинга, да, соответственно, вы можете больше получить прибыли. Ну, знаете, там здесь нету как таковой прибыли. А насколько я помню, там, по-моему, за очки называется. Ну, понятное дело, что когда у вас их несколько, там, не знаю, десятками, да, вот, достаете, да, принимаете, отдаете и так далее. Набрать, в общем-то, на какое-нибудь расширение территории вообще не стоит. Ну, забавненько, да. Графика. Да слушайте, мне в первой части тоже очень нравилось.
Здесь она как-то, не знаю, ну, по-другому она выглядит. Не сказать, что она намного лучше стала, да, но и хуже, да, хуже во всяком случае точно не стала. И это самое главное, да, вот в играх самое главное, чтобы разработчики не испортили. А вот покупать или не покупать данную игру, это уже, как говорится, на ваше усмотрение, да. Решайте сами, да, покупайте или не покупайте. Ну, а на сегодня все, пока. Там с вами был Мэттофор. Ну и лайки на ваше усмотрение. Переключайтесь, мы с вами скоро.